все нормально. То есть той противоболевой терапии, которая назначена, вам достаточно. Пациенты этой поликлиники требуют повышенного внимания. Каждый их день проходит в борьбе за жизнь. Тяжелые онкобольные на последних стадиях заболевания испытывают сильные боли, которые напрямую влияют на качество и продолжительность их жизни. Пациенту дается телефон горячей линии во время консультации. И в случае каких-то проблем в любое время они обращаются, и уже совместно с врачами на местах проводится коррекция схемы противоболевой терапии. Для определения стадии и качества новообразования в поликлинике проводят гистологические анализы, пункцию и биопсию. Мы оцениваем пигментацию образования, оцениваем края, ровные, неровные участки депигментации, сосудистую сеть, есть она или нету. И по вот этим совокупностям этих признаков можно больше склониться в сторону либо это меланома, либо это все-таки пигментное доброкачественное образование. Часть новообразования отправляется в эту лабораторию. Благодаря хорошему оборудованию нередко удается выявить заболевание на ранней стадии. По словам работников онкодиспансера, за время существования поликлиники пятилетняя выживаемость пациентов выросла почти на 6%. Настолько же сократилась и смертность. Но для онкологии даже такая маленькая цифра имеет большое значение. Около 100 тысяч исследований в год и более 80% материала к нам поступает с поликлинического приема. Да. В год мы ставим около 6 тысяч злокачественных новообразований. Раньше больных принимали в других онкологических учреждениях – на Матросово и Партизанской. Там условия, мягко говоря, не способствовали выздоровлению. Здесь у врачей и пациентов появились новые возможности. Светлое современное здание с логистикой, с навигацией, с современными лечебно-диагностическими комплексами, аппаратурой по самому современному уровню. И, конечно же, это дает возможность лечить наших пациентов и продлять им жизнь и качество жизни. Условия совершенно другие, шикарное оборудование, более современные кабинеты. Ну, врачи-специалисты все те же самые остались, все замечательные, все классные. Несмотря на пандемию коронавируса, прием пациентов в «Надежде» не прекращался. Меры безопасности соблюдают и сегодня. Ведь таким пациентам ждать некогда. Время для них играет большое значение. София Ценко, Александр Антропов. День с толком.